Доброго времени суток, дорогие друзья и просто зрители моего канала. И это, можно сказать, новое, ну не совсем новое, но все же, то есть, ну, свежий выпуск новостей из Якутска, в общем. Друзья, у меня сейчас небольшой, можно сказать, вопрос для вас. То есть, продолжите ли снимать выпуски про, ну, выпуски новостей по Якутску? Ну, поскольку, можно сказать, Якутск для меня стала заезженной темой, то есть тема, которая, можно сказать, отработанная лично мною, которая существует, ну, больше года, год с ним, полтора года максимум. Ну, все дело в том, что я, можно сказать, в том, что мне лень сейчас сделать видео, в частности, новости про Яконское, видео на другую тематику. Поэтому, в общем, такая вот ситуация. Что касаемо сервера, то сервер закрыт для публики, ссылок на беседу, то есть, ой, в смысле, да, сервак Якутск. Ну и могу сказать, что есть небольшое нововведение, это открытие гипермаркета Спар на пограничной улице, открытие первого планового микрорайона и чебуречной на проспекте Сушиновского. Ну и открытие жилого комплекса Неоновой на пересечении проспекта Сушиновского и улицы Калинина. Ну и в качестве справки, друзья, в качестве справки я скажу о том, что есть, в Якутске есть всего 10 микрорайонов, 10 кварталов. Самый первый — это на Старфайерской улице около магазина ОКЕЙ. Вот последний по счету, 10-й, это уже в районе аэропорта, то есть рядом с аэропортом. Ну, всего их около 10 всего аэропортов, микрорайонов. Ну, некоторые просто образовались благодаря слиянию между двумя ЖК, то есть образованию, так сказать, жилого массива. В общем, вот такие дела, друзья. В общем, продолжать ли делать мне выпуски по новости по Якутску, решать вам. А так, благодарю всех за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Поделитесь этим видео с друзьями. Ну и, конечно, по желанию вы можете предложить мне идеи для строительства. Ну и, конечно, залетайте ко мне в Discord, ссылка на него в описании. С вами был Грегори, я являюсь городом Якутска. Всем удачи, всем пока.